Что у нас какая-то... Ага, О! Гельман. Что ж, это, я бы сказал, принципиальный поединок. Будет интересно. Это так. Еще один стример наш молодой на шахматной... Это очертания на доске чего-то такого по-новообразного, скорее всего, будут. Готовимся к ходу d4, cd и dd5. Нет, это уже что-то закрытого такого толка будет. Сычев. Это закрытая игра. Не играл. Я не очень понял, да? Где тот самый прославленный королевский вот гамбит, ну да ладно. Первый с ним. А, то есть это ежик будет, ага, это ежик. Игра. То есть такая, на борьбу. Ну что ж, мы не сомневались. Это сильный соперник. Александра. Очень сильный. Я видел его партии не раз. Пока так аккуратненько. Мы перестраиваемся, он перестраивается. Ну, что такая ж. Типичная ежовая такая структура и посмотрим. Типичная ежовая борьба, которая характеризуется такой длительной маневренной стадией. То есть такая схема боевая, но желанных осложнений сразу не наступает. Так, важно, что здесь все-таки белые провели где-то b5, поэтому, наверное, сыграем так построже. Задвину b5 на 2. b5. Наверное, пока конь f5, пока вот как-то осторожно. Главное, e4 не зевнуть. Сюда. Пешка b может где-то при состоянии слабости, да и d4 у белых угроза, поэтому важно. Вот, сложная попробуем позиция, вот конечно. Так. Вот. Так. Вот где-то бы пешка не было, как-то бы... У него на 7 и на e5. А, двойной удар. Надо быть настороже. Я думаю, что... А, ферзь b5, ферзь a7. Может, как-то слона a8 сыграть? Все-таки конь e5, ферзь b5, там... Не знаю, решится так ли Александр на такой ход. Он, я думаю, не из тех, кто чего-то боится, но все-таки очень рискованно бить пешку на e5. Это вечная связка. И d4 нет хода. Конь e5, ферзь b5, d4 висит, слон на e2. Конь подвиснет. Пока подожду. Так, ферзь b2, все-таки да, мы защитили пешку. Ладья c1 играть не хочется. Наверное, пока ферзь e7 какой-то общий ход сделаем. Ожидательный. Все защитили и уводим короля подальше от любых неприятностей. Так. Я думаю, где-то конь d6 пора пытаться прорваться где-то в центре. Уже самое время. Ладно. Ладья c8, ладья c8. Я думаю, что одну пару ладей лучше сохраним, чтобы сохранять напряжение в позиции. Не хочет. Вот, и надо думать теперь, вот скорее всего берем коня и f5 будем проводить. Как-то вот после слова попытаемся это осуществить. Так, ферзь а2 нас постоянно беспокоит. Ну что ж, сильным противником всегда. Ждем. Мы встречаем с трудности какие-то в реализации наших замыслов. Пока, наверное, стоим все-таки. Хочу где-то конь e7 f5 сыграть. Вот, кстати, наконец более-менее перегруппировал. Что тут у нас? Все поля вторжения под контролем, и мы хотим сыграть стоим. Где-то... Что-то по времени. Может быть, ладья c8. В такой редакции. Так. f5. Пришло ли время для хода f5? А почему, собственно, и нет? Конь g3. Вот конь c7 немножко ход рискованный. Наверное, в такой редакции поменяем. Мне кажется, больше шансов, что вот теперь-то уже мы на пешку поиграем. А вот e4, d4. Надеюсь, это все не очень опасно. Так, а мы даже можем конь c8 сыграть. Пошел e4. Ага. Да, нас пытаются здесь нагрузить, но мы играем конь d6, h5, g5. И как-то вот вроде бы все держим, а пешка b5 уже слабенькая. Уже где-то к ним мы вопросы таки задаем. Давайте попробуем. Так, у белых тоже, кстати, много возможностей. Так, игра обостряется, d4. Так, e4, конь e5 не хочется, наверное, мы ED побьем. Побьем ED и где-то f4 сыграем. Так, конь d4. Правда, f4 там как-то на шахах конь f5 будет. Так, может тогда со слона d4 начать рискованно. Вровень идем. А f4, ферзь d3, конь f5 тоже что-то не очень. Плотная игра. Ох, Клементис. Так, вот здесь такой Клементис непростой. Наверное, все-таки побью, хотя ход такой. Не из тех, которые делаются с легким сердцем. Что хочет? Где-то уже хочу сыграть все-таки f4. Что слон d3 увожу короля. Чернопольника бы выкрутить. Все-таки как-то пытаюсь... Пока сюда. Пытаюсь все-таки прорваться. Да, как-то нас, видите... Все-таки нагружают, к сожалению, пешка действительно источник постоянных забот. Так. Но все-таки где-то мы сейчас перекрутимся, мне кажется, как-нибудь конь f6. Так. Все-таки эндшпиль теперь нам уже необходим, просто потому что слишком слабый король. Прокинем слона. Слон g6, может как-то ферзь c7, конь f5, не рискованно все это. Наверное, пока так просто... Зачем? Ешь, что ли? А, сюда... конь f5, слон f5. А, сюда. Ладно, так, как-то не знаю. Конь e4, ага. Вот такой вот ход. Наверное, бьем
Конь e4, слон e4, ферзь d7. Да, очень все опасно у нас, конечно, очень опасно. Хорошо, он g6. Лезу на g6, не дает. Ферзь f7, как-то пытаемся держать баланс, но не трудно, особенно по чернопольника. Шажок пока. e4, слон b7, ферзь e5, король. Сюда. 8 как-то атакует нас. Пока сюда. Так, где-то бы коня. А можно было на b8 шаг сделать. Ферзь d7, да. Все-таки. Или нет, выкручиваю слона. Известно, что Александр Гельман мастер атаки. Наверное, ферзь f7, мы будем просто стоять, я не вижу, как усилить позицию. Прокидываю слоника. У нас все связано, перевязано, да, и все тут летит. Ах, неприятно ему! Шажок! Да, ну, зашел с тыла! Как-то перехитрили, ничего не скажу сказать. Так. Старая школа. Я сначала тяпнул. Все-таки сильно. Тяпнул. Ферзь b7, ферзь e4. Тяпнул. Как-нибудь. К сожалению, уже боюсь, это уже все. Шажок с молодежью, ваш шпель! Уже спасти такую партию, конечно. Зашел! Эх, тяпнул! Тяпнул! Три пешки! Победа!